Здравствуйте. Посмеемся. А что случилось-то у вас? Да ничего. Снимаем обязательно, да? Да. Красиво. Давайте не будем уже. Аромат-то детей. Я согласен, но мы же как бы без НАТО. А у вас как это? А у вас как это звание такое? Младший лейтенант, я смотрю, да? Нет, лейтенант. А, пока еще, да? Даже еще. А права есть, да? Допустим, вы должны предоставлять, кстати. Водительское удостоверение, права. Попроверяй. Идите, пожалуйста, отсюда. Да действительно, кстати. Это что ваше? Это вообще происходит? Да. Давай снимай дальше. Женщина? Убирай камеру. Игорь, вызови патруль. Фамилия, имя, отчество. Елисеев Михаил Валерьевич. Да потому что вы не покидаете. Оля, я не хочу, сейчас, чтобы... Сейчас, если не хочешь, не хотите, значит, будьте добры. Спокойно себя ведите, сейчас поедете в отдел, и там Оля, проведете Оля. Целый день. Хорошо. Да не вопрос, подожди. Тогда Елисеев. Я звоню нахуй в Питер, тогда пиздец вам будет полный. Поверьте, мальчик, я верю вам. Напиши, Елисеев Михаил Васильевич, да? Как, Валерьевич. Как у вас там? Валерьевич. Ну, держись, Михаил Васильевич, Валерьевич. Как его зовут? Женщина, отойдите. Еще раз. Повторите фамилию вашу. Министр. Нет. Нет. Все. Поехали. Только с условием, что мою машину отгонят на стоянку мою. Алексей, вас как правильно? Викторович, да? Да. Алексей Викторович. Вы не в данной ситуации, чтобы ставить условия нам. Я понимаю. Мы сделаем как по закону. Правильно. Должна машина быть на платной стояночке. Она на платной стояночке будет. И зачем на платной стояночке? Потому что законом предусмотрено. Сколько я должен заплатить? Пойдем поговорим. Не надо ничего. Я не с ними буду разговаривать. Снимайте, снимайте. Ребят, дай мне протокол, пусть он напишет. Так, стоп. Что он отказывается, поедет. Это. Ой, как интересно, смотри, мои малышки. Нифига себе, коварки. Я что сказал сейчас? Фигня, ёпта. Да лишь одну, Оля, джип купил, ух ты, через 3 года. Ну, да. Хуйня, проблем-то. Ну. Я не боюсь. Нарушать не буду, да. А то, что беспредел ментовский, это есть, да. Мальчишка неправильно, а что? Вы делаете. Милиции уже 3 года нет. Да, я выкрасил. Некрасиво. Вы красиво фото делаете. Да? Я просил. Простите. Домой машину отогнать. Что еще? Нет. Вот вы попросите вас еще куда-то отвезти в ресторан. Что у нас? Такси, где-то шашечки вы видите на машине. Вы такие смелые. Молодец. Да? А теперь мы можем вам сказать, иди нахуй отсюда. О. Дергайте отсюда нахуй.